Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в выпуске обзор сосны Веймута. Вот такая вот сосна. Сосна прекрасно смотрится на каждом участке. Вот пошли уже почечки у ней. Почка красивая. Как она выгонит, вот и придется ее обрезать. Обрывать, вернее, здесь 7 почек. На каждой веточке по 7 почек. Ну, должна очень пушистая быть. Где-то будет примерно, ну, по сантиметров 15 будет. Я тогда оставлю по сантиметров 15. Вообще она выгонит по сантиметров 30-40 почку. И пойдут они в разные стороны. Хочу показать вам ствол, очень прекрасный, гладкий ствол, очень красивый, хвоя мягкая, очень мягкая, нежная такая, не колется, ничего. Вот из этих почек пойдут ветки, которые я буду формировать, но я собрался ее держать в расстоянии где-то 2 метров, поэтому я буду ее формировать. Очень красивое, в общем, дерево, мне оно очень нравится, поэтому я решил снять обзор. Вот еще ствол вам покажу. Очень прекрасный ствол, мне больше нравится, конечно, ствол у нее. Конечно, я бы видел большие экземпляры у нас в России, ну, она превращается, если она видовая, она не очень, не окультуренная, она смотрится не очень красиво. А эту мы будем окультуривать, и она будет довольно-таки красивое дерево. Вот видите. У меня было их 2. Одна, к сожалению, погибла. Скорее всего, из-за непритенения. А вообще я брал семена. Семена мне прислали издалека. Один друг прислал. Зашло у меня около 500 штук. Осталось всего 300. Ну, где бы... Она продалась, а где-то осталась. Ну, в общем, у меня сейчас ее практически нет, но я, когда найду семена, я обязательно начну ее выращивать дальше. Это был эксперимент, и эксперимент довольно удачный. Опять, то есть она произрастает у нас спокойно и легко. Еще хотел заметить, что сосны бывают разные, но эта сосна меня очень привлекла, и мне она очень нравится. Главным образом из-за хвои и ствола. Вот и все, что хотел рассказать вам. Всего доброго, удачи. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.